Фиг. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, какой он это противный, а? Слушайте. Давайте его как-нибудь зелье лечения и запасы сил. Вот запас сил вообще важная вещь. Учитывая, что я хочу играть ближником. На! На! Все, готов, готов, фанишка. Так, у него были нордский лук. Вау, обалдеть, какая вещь. Так, интересно, что лучше, вот этот лук, который у меня сейчас, или тот, который нордский? Надеюсь, что тот, который нордский. Худничий лук у меня, конечно, на 2. Нафиг они мне вообще нужны. Так, урон 8. А этот 9. Ну, в принципе, тогда уж и понятно. Так, тогда... Это все понятно. Так, и поставлю обратно на 5. Я помню, раньше играл в Skyrim, была такая проблема, когда ставишь на быстрый вызов на 2, в какой-то момент это дело все сбивалось. То есть нажимаешь 2, ничего не происходит, потом открываешь, смотришь, почему-то у тебя это все дело... Я не сохранился, черт! Так, это была вообще просто глупая, нелепая смерть. Я немножко пробежал, конечно, так как сохраниться забыл. А, все, хорошо. Блин, такая простая... О, это что такое? О, удобно. Только вопрос, зачем она с этой стороны? Может, слушайте, она и была с той, ну-ка. А, нет, вроде такой не было. Ладно. Так, ладно, двигаемся дальше. Дальше двигаемся. Так, этот ковчинчик, я знаю, зачем он нужен. Так. О! Ну здорово! Принимай вы. Ух, как ты стремительно так ко мне. Ай-яй-яй-яй-яй, нифига себе! Ты не пройдешь! Так, теперь я понимаю, зачем эта штука нужна была, так бы я бы здесь еще мог бы претерпеть. Блин, да ты остановишься, нет! Да иди ты в жопу! Заколебал! Иди взад! На! Вот почему я сразу не могу так делать? Я не понимаю, что меня тормозит постоянно, вещи неизвестно. Туплю, блин. Неведомо. Сколько? О, здорово. Ух ты, как он сразу. Ох ты ж, нифига себе. О, а там еще компания прибывает. Так, получай пока. Ух ты ж. Ребята, а вы там что, застряли, что ли? Да, блин, нифига они сносят, ё-моё. Так, давайте, подходите. Подходите, мать вашу. Подходите, подходите. По одному. Хлеб свежий. Все нормально. Так, на, в голову получил. Эй, ты не ранился? Ах ты гад, а? Ах ты сволочь такой. Хотя бы тот что-либо... Ты уверен? Слушайте, обалдеть. Не знал, что у магии есть еще анимация добивания. Классно. Ладно, буду знать. Но выглядело это, конечно, угарно. А этот все-таки прикончился тут. Да. Так. Ладно, продолжаем наш путь вниз. Хотя, в принципе, у меня золотой коготь, и можно было бы возвращаться обратно. Однако, как можно заметить, у нас все-таки пещера еще не закончилась, и мы продвигаемся дальше. Что нас ждет? Непонятно. Ну, как сказал этот придурок недалекий, он говорит, знает, как эта вся штука работает. Значит, он знал больше этого продавца в торговой лавке. И, возможно, нас здесь ждут какие-то невероятные сокровища. Главное не забывать почаще сохраняться. Я не тревожил твой покой, между прочим. Ты сам там... Так... Что? Давай. Давай, иди сюда. Давай. Ава, только ты и я. Нечто похожее на то, что будет в третьем сезоне Игры Престолов.
ходячие мертвецы. Кто? Ты меня? Я думал, это я тебя, ты понял, ненормальная хрень. Почему ты смеешь себя так со мной вести, ты долбанный уродец? Надоел. Знаете, в принципе, это моя вина, что я часто умираю, потому что у меня как бы есть новый уровень. И логично было бы хотя бы распределить здоровье, пожалуйста. Здоровье и еще раз здоровье. Способности 2. Это можно будет потом как-нибудь использовать. Ну, теперь-то я хоть немножко потолще стану. Тьфу ты, тварь такая. Пожалуй, я выкину свой двуручник, который у меня был до этого. Возьму этот нордский. Вроде он более-менее круче, чем вот этот, да. Все, выкинул. Так. И, собственно, да. Я готов встретиться с тем, что будет ждать меня дальше. Ух, насколько будет долго это прохождение, я просто... Знаете, это будет в любом случае занятно, я надеюсь. Я, по крайней мере, постараюсь, ребят, честное слово. Да. Чтобы мне было скучно. Вот. На, как это... Блин, ништяк, а? О, ну-ка. Называется... Слезал... дерево, но это не дерево даже, да, это каменистые породы. Знаете, что-то, блин, вот я честно не помню, что может расти на деревьях такое, что некоторые животные его слизывают. Вот я как-то раньше это видел, слышал, но забыл. Так, ладно, это все мне пригодится. Сундук, надо же стоит такой откровенный сундук, понимаешь. Вместимость, кстати, 300, очень приятно на глаз. О, да тут весьма, весьма, весьма... О, только посмотрите, кто там. Увидел меня? Ах ты, гад, увидел, а? Так, ладно, имеет смысл еще раз прокачать себе здоровье, а дальше, наверное, буду запас сил качать. Нужно что-то одно качать, вот магию. Магия, наверное, все равно потом придется уже качать. Все, придется качать, все, качать, 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 пойдем. Пойдем, убьем его, нахрен. На! Фу, какой ты страшный! Пошла нафиг! Фух! Ядренский конь. Эх, неприятная тетка. Вот реально, вот знаете, вот те, кто смотрел Игру Престолов, те сразу поймут, о чем я. Но Я не понимаю, кто у кого своровал идею, может, они воровали, действительно вот так, но эта штука очень сильно, вот реально, они похожи. Что было в том сериале, что вот эти вот драугиги. Злата крыс. Так, ладно, что я сюда спустился? Все. Так, а это можно открыть. Вот так вот. Замечательно. Боевой молот. Ох ты ж, нифига здорово. Вот это да. Надо бы, наверное, лучше им наяривать, нежели клейморе. Хотя, то и то очень-очень приятно на ощупь. Все-таки, наверное, возьму вот так вот. И на всякий случай поставлю на семерочку. Может, я захочу разнообразия в бою. Оу, иу, какая гадость. Но, что касается атмосферности, в этой игре с этим все в порядке. Просто, просто вообще отлично. Это вкусно все, это очень вкусно. Да забирай ты, нам потом пригодится, будем делать зелье. Х.
Хорошо бродить по свету с клеймурой в руке. Еще один молот взять с собой про запор. Увидели эту тень? Ой, как страшно. Ой, как страшненько. Лучше напасть, наверное. Да что ты, блин, постоянно путаю. Почему я... Ладно. Так. Блин, вот эти тени, это просто жуть какая. Так, давайте его пристрелим. Вот. Ты меня не видел, я тебя не видел. О, это беспокойный. Это же сейчас начнется ж. Ой. Нет, 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 нет. Ты меня не видел. Ты меня не видел, пес. Пес, отвернись, ты меня не знаешь. Лучше уж ему как-нибудь надамажить сперва. Вот так вот из-под тишка, а потом прикончить. Блин, как страшно. Эта штука, она там уходит. Я тебе зарядил по первое число. Так. Фу, спрячусь пока здесь. Блин, ну это, конечно, вот ковыряние, опять же. Не, вот что не говори, а боевая механика все же заметно шагнула вперед по сравнению с Обливианом. Тут вот, хоть и уровень сложности большой, и видно, что враги толстые, так или иначе биться гораздо интереснее. Так. Вот прикиньте, он там ходит, постоянно чувствует, что ему кто-то в спину попадает. Просто такой раз, типа, что-то ему прилетело, такой на шухер встал, постоял, затылок почесал. Ладно, типа, проехали. И опять так же потом, через какое-то время. И так далее, пока не сдохнет. Ой, как же ты меня... Ну что, сразимся? Ты! Ой, блин, слушайте, нет, я боюсь. Ой, ой, блин, неудачно налетел-то как. Так, не подходи. Так, так. Я тебя доковыряю. Так. Спокойно, спокойно. Как бы тебя... Нет! Ай-яй-яй, больно-то как. Так, 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 так. Хватит с меня сегодня смертей. Мне надоело, честное слово. Это начинает надоедать. Нет! Нет больше смерти. Нет. I said no. Хрен сажай. Что сказал? Хрен сажай. У меня бабушка на даче, хрен сажай. А. Ну. На. Фух. Вот это был вброс. Хрен сам сажать будешь потом. В другой жизни. Блин, ну это я вам скажу, была весьма такая... Интересная битва. Чего, кстати говоря, нельзя сказать о битвах в Обливиане. Там битвы не столько интересные, сколько для галочки. Блин, я не знаю, просто это игра своего времени. И она была офигенна. Сейчас же, возвращаясь в ту игру, понимаю, что механика не доставляет. А вот это доставляет. О, нормально. Ученик. Вот такой вот я, значит, ученик. Сыромятный сапоги. Нет, спасибо, не хочу. Фух, ну это приключение, я скажу, начинает утомлять. Одна пещера проходится, блин, час-полтора. Ну, это, конечно, если ты совсем слоу и тупой. Ну а так в целом, да, где-то 40-50 минут на одну пещеру уходит вообще так нормально. И это весь, пожалуйста, Skyrim. Он большой, длинный, и я не знаю, как нужно извертеться, как красиво и интересно его проходить, чтобы действительно было интересно зрителю его смотреть. Но если вы смотрите, то я могу сказать им только спасибо. Безусловно, это не самое популярное прохождение на моем канале. Однако,
Я, конечно, в первую очередь его для себя записывал. Как я не люблю подобные места. Как мне переехало-то хорошо. Так, вырубим нафиг. Здорово. Так. Ты меня не знаешь, я тебя тоже. Ну и слава богу, дядя Серёжа. Так. Я смотрю, ты такой весьма слабенький, так что можно, в принципе... Ай-яй-яй-яй-яй. Ты так больше не делай, хорошо? Вот так как это было красиво, да прям аж мне понравилось. Хорошо, что я для себя отметил вот этот вот замечательный рычажок, который выключает вот эти вот все ловушки. Блин, потому что я бы сейчас действительно помер. Отступая назад. Вот о чем я и говорю. Не понимаю, зачем играть луком и магией, когда есть вот замечательный ближний бой. Ну, в принципе, так. Так, это да, это да. Та-т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 а. В траве сидел кузнечик, давай иди сюда. Зелененький он был. Главный лучник, да, вот что вытворяет, идет. Так, да, все-таки. Все. Скопытился. Эй, ты! Там! Иди сюда! У меня есть для тебя подарочек. А, ты смотри-ка, что обошел. Ну ладно. Готов? Готов? Ха! На! Понятно. Так, в принципе, я могу с тобой сделать немножко по-другому, но, блин, уже боюсь, что мне этого не выйдет, потому что я сейчас просто сдохну. Так, ну давай. Оп, мисс. Эй, эй, кто активировал? Ты активировал? Ты как посмел? Нет, 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 ай-яй-яй-яй-яй. Я же вроде этого не нажимал. Не рой яму другому, попадешь в нее сам, как говорится. Ладно. Что нас дальше ждет этот... Низкий поклон гейм-дизайнерам этой игры за такие замечательные, красивые места. Кстати, подождите, а я что, лук не поменял, что ли? И правда не поменял. Вот такой я, значит. Так, лук я выкидываю целых два. Почему, блин, до сих пор не поменял? Не знаю. Железная стрела, древняя нордская стрела. Да, полетела. Так они не исправили вот эти маленькие баги с физикой. Так. Знаете, когда предмет к предмету соприкасается, порой возникает процент вероятности, что предмет друг от друга так дико отскакивает, что... Ну, в общем, выглядит не очень угарно. Надо потом будет с одеждой тоже разобраться. Вот вроде как у меня что тут одето? Вот это, а почему у меня вот наручи не одеты, да? Ну, молодец, что я могу себе сказать. Серебряное кольцо тоже одену, чего бы нет. Так, по-моему, кольцо можно одеть только одно, да? Да, по-моему, одно. Что еще я хотел? Блин, оружие, оружие. Да, я сделал его в избранное. Теперь надо будет его просто на пятерочку поставить. Поставил на пятерочку, сохранился. Весь процесс вот этот вот рутины был проделан. Угу. Ой. Чем дальше в лес, тем страшнее сказка. О, дверь. Здравствуйте. Слушайте, а по бокам ничего такого опасного не будет? По-моему, нет. Нет. Огромная гигантская стальная дверь. Ну-ка. Я, похоже,
Походу, эта штука просто так не поддастся. Значит, нужно будет врубать свою голову. Помнится, я подобрал этого убогого дневник. Мои пальцы дрожат, золотой коготь наконец-то у меня в руках, а с ним и сила древних нордов, героев, нордских героев. Этот болван, Лукан Валерий, даже и не представляет, что любимое украшение его лавки на самом деле ключ к ветреному пику. Теперь мне осталось лишь добраться до зала истории и отпереть дверь. В легенде говорится о неком испытании, устроенном нордами для... от страстки недостойных, да. Но еще сказано, что если у тебя есть золотой коготь решения, у тебя на ладони. Хм. Решение на ладони. Кукла. Да. На ладони. А вот, собственно, и само решение. Медведь. Вот это говорит бабочка, да? Вот больше похоже на какой-то мотылек. Вот это говорят вообще какая-то кукла. На самом деле это сова. Ну, как мне, как я вижу. А вижу я хорошо, знаете ли. Значит, медведь, это и сова. Да. Собственно, изи-бризи. Ах, сокровища нации. Сим-сим, откройся. Ну и кто здесь? Лара Крофт номер один. Лара Крофт. Тьфу. Hello? Everybody, go! Мы. Выглядит весьма заброшено. Смотрите, какая штука. Она прямо вот упала. Нельзя забывать, что игра сделана от Bethesda, а значит, постановка, именно вот геймдизайнерская работа, как всегда, будет на высшем уровне. И можно находить некоторые интересные пасхалки и места, где с долей юмора и, в общем, очень интересно построены объекты поставлены. О, что это за хрень? Она так манит и манит, притягивает и притягивает, и все же это безжалостная сила. А! Что ты за хрень? Ладно. Так, понял. Кажется, пора отсюда делать ноги. Ах ты чертов древний морд, друг, повелитель. На! Чтоб ты... Чтоб тебя... О! Да ты офигел! Это что за магия, твою мать? А не пошел бы ты в задницу? Так. Нет, это, конечно, очень весело, но... Ой! Ну, хватит меня этим сквернословным броском! Ой, нет-нет-нет-нет-нет-нет! Стой, стой! Я не хочу умирать! I don't wanna die! Так, хорошо. Будем идти немножко радикальным способом. Ты! Да блин! Так. На! На! Ты со своим щитом! Ах ты! Опа, получил! Так, спокойно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что ты там смотришь на меня, скелетон несчастный? Ой! Хватит свою отрыжку небесной мне изводить. Сейчас я...
что-нибудь все-таки придумаю. Я не я, если я тебя не завалю. Сдохни! Ты смотри-ка, чё, а? Всё. Готов. Фух. Ты был толстый и опасен, повелитель. О, драконий камень. Если б я убежал, проблем бы, наверное, бы не оберёз. Наверное, было бы очень плохо, в общем, что я хотел сказать, да. Потому что я чувствую, этот камень мне потом, ох, как пригодится. Древненордский меч Мороза. Собственно, не само в использовании пойдет, как в продажу, потому что зачарованные вещи очень полезная вещь. Фух. Я добрался до сюда. Боже, что это было за приключение? Невероятно. Слабый яд бешенства. Ну и остальное по мелочушке. О, сундук. Приятный такой стоит тут сундук, в принципе. А, железный боевой молот. Хм. Собственно, у меня уже есть один. Гораздо интереснее. Так, это еще деньги. Новичка. Возьму. Хорошо. Фух. Что же все-таки это было? Почему я мог прочитать эти символы? Неизвестно. Эти. Может, здесь что-то спрятано? О, сундук. Здорово, сундук. Меня зовут Леон. И я тебя открою, потому что я долбанный органианин. И замки взламывать — это у меня в крови. Вот, собственно, что я хотел сказать. Блин. Вынес из пещеры гораздо больше, чем обещали плату за сам золотой коготь. Блин. Поставил бы, конечно, я его себе на память. Обломал бы того торговца, но у нас был уговор. А уговор дороже денег, как говорится. Так что нельзя нарушать обещанное слово. Спасибо, пещера. Я тебе такого приключения больше никогда не забуду. Что за тупик? О! Хитро, хитро. Так, блин, неужели на этом приключение еще не окончилось? Блин, почему мне так тревожно, собственно? Мне кажется, что здесь что-то будет или же нет. Ладно. Хм. Вишня. Красная смородина, не знаю. Могила, по сути. Обирать лучше не буду, рука не поднимается. Так, а вот это я, пожалуй, заберу. Нет необходимости обирать могилы в данный момент. Приоритет на него не лежит. Не стоит, скажем. Замечательно. Как я рад видеть это звездное небо. Фух, Скайрим. Я здесь. Я жив. Я покинул эти долбанные пещеры. Ах. Что ж, пожалуй, я просто пешочком отправлюсь до Ривербуда. Ну а тем самым с вами я прощаюсь. Надеюсь, вам понравилось это приключение, путешествие в моем участии. Вот. Всем спасибо за просмотр. Это окурчик. И всем ягодки, чернички, красные смородинки. И не хворать, что самое главное, да.